С раннего утра аромат блинов разносился на центральной городской площади. Здесь заинцы праздновали Масленицу. Сегодня на центральной городской площади развернулась праздничная масленичная ярмарка. Последний день Масленицы. Здесь собрались гости и жители города. Все радуются, у всех хорошее настроение. Здесь будут жечь чучело, угощают блинами и проходит праздничный концерт. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. В течение 7 дней заинцы ходили друг к другу в гости, угощались блинами, а в самый последний день провели массовые гуляния. На центральной площади развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Повсюду разносился аромат блинов и горячего чая. Каждый желающий мог попробовать угощение, привезенное из заинских сельских поселений. Сегодня такой праздник, международный праздник. Здесь все национальности гуляют вместе. Вот мы их угощаем блинами нашими, как уж масленица без блинов. Печем прямо тут, хлеб домашний. Все татарские блюда, которые все испекли, угощаем народ. На центральной сцене состоялось театрализованное представление, организованное Домом детского творчества и детской школы искусств, режиссером которого является заслуженный работник культуры Республики Татарстан Владислав Тыткин. Перед зрителями выступали ансамбли известных хореографов Розы Маркеловой и Венеры Калимулиной. Заместитель главы района Валерий Акатьев поздравил всех с праздником и провел церемонию награждения участников конкурса «Женщина года, мужчина года». Было признано шуба от рук президента на 8 марта, вот которая сегодня она вышла специально, показать жителям Заинска. Управление по делам молодежи и физической культуры и спорта организовали традиционные масленичные состязания, в которых с удовольствием принимали участие и взрослые, и дети. Замечательное настроение у нас в городе, праздник, Масленица, поддержать дух города. На данном этапе мы успели только принять участие в распиливании бревна. У нас вот получилось, результат хороший, минута 0,9. Думаю, мы победим всех. Среди традиционных масленичных состязаний были и экстремальные, для участия в которых требовались немалые силы и выносливость. В одном из таких попробовал себя заинский спортсмен Ленар Набиулин. Ну, нормально, так не тяжело. Мы занимаемся с этим спортом. Какой вес вы сегодня тянули? Я не знаю, сколько это тонны. 1,5 тонны весь. В этот день было по-весеннему тепло и солнечно. Сами заинцы улыбались и радовались, и поздравляли друг друга с праздником. Настроение у нас хорошее. Детям пришли показать праздник Масленицу. Дети очень рады, довольны. Вот попробовали блинчики вкусные. Спасибо большое за праздник. Организаторам большое спасибо. Я сегодня пришел на Масленицу гулять. Я смотрел концерт, пробовал блины. Масленица – это где 7 дней ее встречают. В субботу ее сжигают. Сегодня день Масленицы последний, и надо проводить зиму, встретить весну с радостью и покушать блинчики обязательно. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня сюда пришли, что успели попробовать и увидеть? Да мы только пришли на праздник. Зачем все сюда пришли? Проводы зимы, Масленица. Вы уже успели попробовать блины? Нет, вот как раз идем, ищем, где блины. Обязательно надо попробовать. Сожжение чучела – самый ожидаемый момент Масленицы. Эта традиция символизирует собой проводы зимы и приход весны. Айгуль Яруллина, Денис Ипатов, новости Заинска.